О, какая красота! 20 мая, все тоже 12-й Харьковский велодень. Все те же сборы. Да, зарегистрировалось 75 человек, насколько я помню, на старт с Салтовской колонной. Терзают меня смутные сомнения, нет здесь 75 человек. Один раз. Тут 75 человек раз пять. Что за стихи пошли? В любом случае, скоро должны стартануть. Что ж ты будешь делать?